Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ребята на поляне ставили сценки. Алена Творогова и Ваня Заря пародировали Машу Кахно и Диму Лукина. Как они будут выглядеть через 20 лет? Затем на кухне Иван очень грязно и унизительно высказался в адрес Алены. Никто из ребят его не остановил, и за девушку пришлось вступиться Ирине Донцовой. Алена и другие участницы сделали доску позора с фотографиями тех парней, которые оскорбляют девушек. Юлия Ефременкова и Сергей Захарьяш расстались. Юля разочаровалась в нем. Он выставил все в таком свете, как будто он меня кинул и решил лететь к Лизе Полыгаловой на остров. А также Сергей и новенькая Лиля занимались ночью в доме у Ебарова волшебством. Кроме Сергея, к Лизе приедут на остров еще два парня. Для нее провели кастинг, и она выделила двух парней – Антона и Павла. А Ваня Барзиков опубликовал пост, который, похоже, обращен к Лизе. «Невозможно любить, а потом ничего не чувствовать. Либо ты врал тогда, либо ты врешь сейчас». Конкурс «Свадьба на миллион» продолжается. Задание для пар в новом этапе конкурса – увековечить друг друга. Костя Иванов пишет стих про Сашу Гозиас, а Гозиас стала скульптором. В сети ходят слухи о ссоре и о расставании Ольги Рапунцель и Димы Дмитриенко. Рапунцель написала опровержение: «У нас все хорошо, не верьте слухам. Вечно нас хотят разлучить, обхаять, оболгать. Занимайтесь своей жизнью». Ольга Бузова опубликовала новый снимок из студии звукозаписи. Как вы помните, она записывает новую песню, на днях состоится ее премьера. «Держись, российский шоу-бизнес», – написала Ольга. В сети появился слух, что Илья Ебаров и Катя Кауфман скоро вернутся на проект. Якобы их не выгнали с Дома-2, а отпустили в отпуск. Тем более, что для этого есть и повод – Катя Кауфман сдает сессию. Также на странице Ильи в Инстаграм до сих пор стоит статус «Резидент реалити-шоу Дом-2». И у Кати стоит статус «Участница проекта». Татьяна Африкантова рассказала в видеотрансляции, что ее сын, 35-летний Денис, отец Яны, собирается прийти на проект. Его уже пригласили на кастинг. С симпатией он пока еще не определился. Бывшая участница Дома-2 Катя Колесниченко хочет сделать очередную пластическую операцию. «Раньше я не делала ринопластику, хотя многие из вас мне ее успешно приписали». Тата Абрамсон поделилась видеотрансляцией новостями. Беременность протекает хорошо, скоро они собираются подать заявление в ЗАГС. Пышные свадьбы ребята не хотят, они скромно отметят это событие в ресторане. О том, что ушли с проекта, они не жалеют. Антон Гусев восхваляет свою избранницу. «Я жалею лишь об одном, — пишет он, — что не встретил тебя раньше». И следующим постом он насмешил своих подписчиков. Он опубликовал снимок Вики без фотошопа и без макияжа и написал: «Я удивлен и восхищаюсь твоей природной красоте». Это смешно, потому что Вика Романец сделала не одну пластическую операцию. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.